Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутом Паут, а мы продолжаем играть в метро 2033. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. О. Твое здоровье. Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артем. Твое здоровье. Патрон ты возьми. Чтобы патрон ты не берешь. Спиртяжка, что надо. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать на них. Неужели он взял патроны? Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно? Спасибо, тот самый братан. Момент, когда благодаря на нас бросилась тебе, целая орда носача. Заметки. Что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот. Пач не слышно. До сих пор продолжающий звучать в моей голове. Есть метро-туннели, по которой ходят жуткие легенды, но я ничего подобного прежде не слышал. И надеюсь, больше не слышу никогда. Нам не сказано повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого прекрасного пацана. За Артема. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Да? Что ты сейчас сказал? Не пустили. Еще на заметку. Ладно, заметки не читать. Это здорово! Долго. Туннель на проспект Мира временно закрыт. Ну, нормально. Нет. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Ты Артем? Вау. Я бы тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Спасибо. Пошли со мной. Ну да, что нам? Жмать. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора.
пока. Подойди-ка. Да. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче... Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Нормально. Ну, погнали. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Нормально так. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, выродись. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем... Чусов! А! Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Да, нормально. Охренеть. Трупов столько. Блин, напиток. Ой, у меня патрон тут нет. Чё я иду? Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? А там-то что? Чё ты туда не пошёл? Нормас. Блин, ловушка, да? Ну ладно. Зря я сюда пошел. Будем знать. Так. Прошел я сюда.
Я понял теперь то, что там ловушка. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь настреп... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работа. Смотри, не задень банки. Надо мне уже патрон, да? Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Хорошего. Опачки, а это у нас растяжечка. А, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что это? О, нож, нормастер. Офигеть, тут порыться-то можно. Неплохо так. Кто спалил-то? Погнали. Сука! Честного жига на уровень. Так, ну нормально. Дробовик. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе. А, ну ладно. Шептичка. Нормально. Ух, фига себе.
будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Так что делать нельзя. Или взял, не помню. Или не взял. Никак не могу научиться бегать по песенкам. У нас чисто стрёмное место, пацанчик. Так, а у нас тут по управлению. Так, на какое это? Так, фонарик, аптечка, да, да. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Дурый я, не выделывайся там. Мне ещё жить охота. Ладно, нормально. Комментарий, кстати, не включил видео, потому что видео хочу записать в более хорошем качестве, поэтому без обработки и монтажа. Короче, давайте этот момент я остановлю пока. Пока прыгать не могу, дальше не пойду. Я не понимаю, ты понимаешь, я нажимаю Shift, нажимаю пробел, и все равно я до тут не долетаю. У нас чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Или мне надо Shift пробел одновременно. Мне еще жить охота. Ну вот этого сейчас вот бегом у меня тут получилось пойти. Так. Ну давай сейчас это погоним. Блин, дурак. Ничего не получается. Сейчас стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Я все-таки не отпрыгнет включить монтаж, потому что вот это еще обрезать надо будет. Или ладно, пусть этим не будет включать. Теперь мотаем.
как тут идти, что ли? А, что я тут включаю? Ну, вот и все. Давай. Ну, давайте, вылезайте, чмошники грёбаные, папа пришёл! И чё, куда? Почему ему не надо аптечку? Не хочет его. Ну нормально, так нормально. Пошел. А, у меня пистолет уже, да? Вот я молодец. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Нормально, молодец. Готовить. Так и что-то. Все, теперь все ништяк, можно идти. Давай. Пойдем. Много не прибавляется, как сказать. Нормально. Вот так вот было. Ох, патронов не пистолет, он нормальный такой случай, я все не могу его найти. О, какой-то дробовик получше. Так, куда он вверх? Как этот? А... Так, аптечка, часы, зажигалка. Стоп, а что, время здесь? Ну и хрен бы с ним, за мной!
Ладно, армаз один где-то второй. Нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может, найдешь чего? И двинем. Так, а тут у нас что? Проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, а
Откройте, прошу! Не дайте помереть страшной смерти! Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи трясину. Спасем этих ублюдков. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Фига себе, скаловаска. Далек не уже. Перегрелся, блин. Ну, слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет, это Бурбон, собственной персоной. А я уже не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Нормально так. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Одна группа пока еще снимала. Обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Стоять! Я с тобой разговариваю. Книжку взять не могу. Ладно. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком.
Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутанхон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бля, мы вляпались по самые помидоры. Уже просто игра. Этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они... Ну а ты видел, что это было?